В эти минуты в Кировском райсуде Уфы начинается очередное заседание по громкому делу об изнасиловании дознавательницы. Процесс идет в закрытом режиме. Как сообщил телеканалу РБК Уфа адвокат обвиняемого Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов, на слушаниях будут задаваться вопросы пострадавшей со стороны защиты обвиняемых и ее адвоката. Собеседник в разговоре отметил, что обвиняемые считают дело сфальсифицированным, так как есть доказательства, которые опровергают версии обвинения о причастности фигурантов дела. Для того, чтобы суд мог целостную картину увидеть, будут, значит, скрупулезно задаваться вопросы. Там и главное, чтобы так называемый эмоциональный фактор не возобладал. То есть так называемая потерпевшая больно уж бойкая была на очных ставках, а сейчас это вообще совершенно, мне кажется, актриса хорошая. Добавлю, на прошлом судебном слушании, которое состоялось 15 августа, пострадавшая дознавательница предъявила гражданский иск на сумму в 100 миллионов рублей. По словам адвокатов защиты, гособвинитель тогда задал потерпевшей около 80 уточняющих вопросов, однако слово защитникам экс-полицейских так и не дали. Напомню, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных правоохранителей изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По словам потерпевшей, все произошло в здании ОМВД по Уфимскому району. После задержания полицейских уволили из органов, так же, как и их молодую коллегу, за распитие спиртных напитков на рабочем месте. В здании суда работает съемочная группа РБК Уфа. Подробности в следующих выпусках.